Канал «Тайные новости и сплетни» приветствует вас, дорогие зрители. Поделитесь своим мнением в комментариях по этому поводу, поставьте лайк, поддержите канал и подпишитесь на канал. Шоумен Гоген Солнцев в Инстаграм разместил душевный кадр. На снимке он запечатлен со своей женой Полиной. Вот так вот согреваемся. В Москве жутко чувствуется холод, особенно, когда возвращаешься с юга. Полина – копия мамаши, я сначала подумала, что это Катька рядом лежит. А это Катькина маленькая копия, одну бабку на другую поменял. Надо менять сценарий. Не впечатляет сюжет, отметили в комментариях пользователи. Как отметил фрик, Екатерина Терешкович только выставляет себя жертвой, а на самом деле она Мегера. Напомним, что в прошлом году Гоген Солнцев развелся со своей пожилой женой-пенсионеркой Екатериной Терешкович. Вскоре он женился на ее дочери Полине. Спасибо за просмотр! Поделитесь своим мнением в комментариях, поставьте лайк и подпишитесь на канал.